Друзья, как и многим коллекционерам, хочется мне немножко сегодня похвалиться своими новыми приобретениями. У меня, кстати, очень большой период был, когда я перестал заниматься коллекционированием марок. Я плотно занимался в 2004-м, где-то в течение, наверное, года-двух, да. Потом забросил на много лет. И вот сейчас я решил продолжить свои любимые тематики. Это корабли и парусники. И сейчас еще добавил одну новую тематику. Это рыбки. И морские, и речные. Вот. И хочу сегодня показать вам свое новое приобретение, ребята. Это вот марочки, ребята, Руанды. 1973 год. MNH. В идеальном состоянии, с блоком. Это аквариумные рыбки. Значит, сейчас просто покажу вообще, как приобретаю. Вот, ребята, видите, средняя цена на eBay сейчас, да, составляет $9.25. Мне вся полностью, весь этот блок достался за 3 рубля 79 копеек белорусских. Это, ребята, чуть больше доллара. Это эта серия. Еще мое новое приобретение. Это вот такая вот красота, ребятушки, да. Это блок ракообразных, но я его брал чисто, что здесь еще и рыбки есть. Это Сомали, ребята, 98-й год. Тоже чистый, в идеальном состоянии. Значит, на eBay сейчас он продается по $15. Средняя его цена. Значит, мне он достался. Вот лот продан. Смотрите, 2 рубля 29 копеек белорусских. Меньше доллара. И последнее приобретение на данный момент. Это вот это я обожаю серию Колумба. 500 лет. Очень многие страны. Открытие Америки. Очень многие страны издавали. Вот такие, ребята, 4 марочки. Причем с полями нижними, да. И блок. Значит, на eBay сейчас основная цена на него $4. Но плюс не забывайте еще и пересылки, да. А мне он обошелся. Так, смотрим. 2,29 белорусских рубля. Меньше доллара.